А чего мы не заходим? Нет же никого. Мы в электронной очереди 46-е. Ждем, когда нас вызовут. Все должно быть по правилам. Извините, мне только родить. Гера, там принимают только подруг. Подожди здесь. Гера. Ладно. Спасибо. А где ребенок? Отдали на формирование личности. Когда девочке будет 5, мама придет и отведет ее в школу. А мать все это время чем будет заниматься? Жить. Подруга номер А46. Мы пошли. Подруга, угощайся конфеткой, присаживайся, я сейчас. Ну, какой срок? Подруга, ты же знаешь, что у меня была свадьба? Да, было здорово. Я хочу разыграть своего мужа. Он сейчас сюда зайдет, и мы ему скажем, что я беременна. Хотя на самом деле я не беременна. Звучит очень весело. Но меня могут лишить лицензии. А если я подарю тебе Великобаген? Сделаем вид, что я этого не слышала. Прием окончен. И отдай конфету. Разыграла! Сказала, что не беременна, а у самой зеленый цвет! Ты беременна! Поздравляю! А как ты забеременела? Через секс? Ну, да. Расскажи поподробнее. Я напишу диссертацию.